Заточка шеф-ножа от компании CAMAKE с сайта AliExpress из дамасской стали и сердечником из Vega-10 на моей профессиональной точилке для заточки ножей от компании Hepston. Станок называется Hepston R2. Здесь еще дополнительный модуль точной настройки регулировки угла заточки. И точить я этот шеф-нож буду с помощью своего профессионального комплекта точильных камней. Это полтавские алмазы на медно-оловянной связке от компании Pedi-Tool Super Abrasive. Все ссылки будут в описании под видео. Всем мира, добра и любви. Сегодня я продолжаю затачивать свои шеф-ножи перед тестом. И этот нож от компании CAMAKE не исключение. Я его буду точить сегодня под 15 градусов на сторону. Общий угол заточки будет 30 градусов, так как и всегда. Я уже когда-то тестировал такие ножи от этого производителя. Они, в принципе, показывали неплохие результаты, поэтому будет интересно сравнить вот этот нож из дамасской стали. Это значит, что здесь накладки из дамасской стали, то есть из слоев стали, а сердечник из Vega-10. И будет интересно сравнить Vega-10 от CAMAKE с Vega-10 от Senzo и также Heijin. Все тесты будут у меня на канале, поэтому у вас будет такая возможность сравнивать. И точить я этот нож решился на своей точилке Hepston. Во-первых, хочу возобновить свои ощущения от работы с этой точилкой. А во-вторых, хочу попробовать поработать с вот этой рейкой точной настройки регулировки угла заточки. Это как бы новинка в этом году. Она появилась только недавно и вот сразу же у меня на обзоре. Поэтому вот у меня сегодня будет возможность протестировать все это и сделать выводы о вот таком комплекте. Точилка R2 с модулем точной настройки регулировки угла заточки. И точить я вот эту Vega-10 от CAMAKE буду с помощью полтавских эльборов. Вернее, полтавских алмазов на медно-оловянной связке. Один вот этот камень я использовать не буду, самый крупный, поскольку он для выравнивания там каких-то сколов, заминов и так далее. Я буду точить вот четырьмя вот этими камнями. И буду использовать масло. Вот эти два камня будут на сухую работать, а вот эти с маслом Косим Экстра. Ссылка также будет в описании под видео. А также у зрителей моего канала есть возможность получить скидку как от Hepston, так и от компании Pedi-Tool Super Abrasive. Купон на скидку Buy Best, его надо называть при оформлении заказа, и вы получите скидку от этих производителей. Ссылка... Вернее, сам купон и условия получения этой скидки я распишу в описании под видео. Переходите, смотрите. А также от компании Косим можно получить эту же скидку. В принципе, все рассказал. Сейчас установлю нож, продемонстрирую вам его заточку изначальную. А в конце этого видео вы уже увидите результат. И я расскажу о своих впечатлениях и от работы с алмазом в комплекте с маслом Косим. И от... рейки и, в общем, вот этой точилки Hepston R2 вот в таком, как бы, вот такой комплектации. Все, поехали затачивать.
Итак, закончил я заточку ножа от компании CAMAKE со сталью Vega-10, вернее сердечник из Vega-10, а накладки из слоев стали или из дамасской стали. И могу сказать, что проблем с заточкой этого ножа у меня не было. Точится нож очень приятно, хорошо. И заточка получилась, в принципе, очень хорошая. Ну, в принципе, я это уже вам демонстрировал. Еще сейчас продемонстрирую. Увидите, насколько хорошо заточен этот нож. Поэтому проблем здесь нет. Что касается камней или алмазных брусков от Editus Super Abrasive. Точат хорошо, точат быстро, также проблем не было. Если сравнивать с Эльбором, разница есть по ощущениям, но это все как бы такие нюансы. А по результату заточки, по процессу заточки и Эльборы, и алмазы очень крутые камни, претензий у меня к этим камням вообще никаких нет. Первые два камня работали на сухую, вторые два или последние два камня работали со смазкой или с маслом от Косим. Косим Экстра. Работает масло хорошо, так же как и с Эльборами, претензий у меня нет. Есть возможность заказать масло со скидкой по промокоду BYBEST, а также есть возможность заказать камни алмазные Эльборы по промокоду BYBEST со скидкой. А что касается комплектации, меня там спрашивали, что я использую после алмаза? После алмаза я использую кожу. Это не деревянные брусочки, это кожа. Это у нас замша, чистая замша. Это у нас замша плюс паста для полировки. А вот это у нас кожа, гладкая сторона. Не деревянный брусок, а кожаный. Просто гладкая сторона кожи. Эти камни, вернее, эти бруски заказаны на сайте Косим. Кстати, там очень хорошая цена. Лучше даже, интереснее, чем в Китае. И бруски, в принципе, очень мне нравятся с кожей. Ссылка также, если не забуду, оставлю в описании под видео. Что касается точилки Hebston, она сейчас у меня другая, то есть другая комбинация. Раньше я пользовался точилкой Hebston R2 Opti, и там был недостаток в том, что точилка R2 Opti, там недоступна заточка в одну руку. Здесь же сейчас вот такой комплектации это заточка доступна, и это очень-очень удобно, я так считаю, поскольку поменять угол заточки, припарковать брусок, все это можно делать одной рукой, не задействуя вторую руку, и не надо ничего там протягивать и бояться, чтобы где-то не порезаться. Все делается одной рукой, и это, конечно же, намного интереснее, чем с точилкой без такой возможности. Что касается вот этих зажимов, можно было использовать только два зажима, но я решил попробовать оставить еще один вот этот зажим, поскольку я еще не пользовался этим зажимом. И вот так сделал центральную фиксацию для там более надежной фиксации. В принципе, все понравилось, претензий нет. Работать приятно. Но если у вас будут только два зажима, и в этой ситуации, я думаю, вы проблем ощущать не будете. А вот что касается вот этого модуля точной настройки регулировки угла заточки, так он мне понравился. Менять угол заточки очень быстро, легко и просто. Очень понравился вот этот шарнир. Слышите, какое плавное, приятное скольжение. Здесь у меня сейчас установлена втулка, она из пластика. Там в комплекте есть втулка из пластика и металлический подшипник или линейный подшипник с шариками. Там будет громче скольжение, но кому-то нравится то больше, поскольку мне там писали, что там втулка очень хорошая, это на шариках. Но мне больше понравилось вот это. Мне вот эта тишина и плавное скольжение очень понравилось. Но я ее еще смазал штангу, поскольку сначала немного что-то я ощущал после смазки. Ну, все работает просто отлично. А также понравилось то, что здесь можно уже припарковать держатель бруска вместе с бруском и не задействовать вторую руку, так как было на варианте Opti. А вот что касается, меняется ли угол заточки во время заточки, поскольку здесь нет фиксации, там мне спрашивали, я забыл проконтролировать это, но вы можете сейчас остановить это видео на паузу, посмотреть размещение вот этого винта на первом бруске, например, 63-50, и потом на последнем 7-5. Какое было, но не забывайте, что я поменял угол заточки, когда полировал вот этим бруском, поэтому контролируйте по вот этих алмазных брусках, поскольку на коже я уже поменял немного угол, чтобы сделать выход на режущую кромку. В общем, точилкой работать приятно, понравилось. Да, конечно же, если сравнивать ее с другими профессиональными точилками, например, с точилкой Косим,
Она другая, точилка Косим имеет свои преимущества, точилка Хепстон имеет свои преимущества. Там сказать, что покупайте однозначно одну, а другую не покупайте, я так не могу, поскольку есть у каждой точилки какие-то свои особенности. Обе точилки профессиональные, обе точилки очень удобные и комфортные, обе точилки точат ножи, но вот, например, даже по компактности точилка Косим намного больше, и вот, например, у меня немного здесь места, и я ищу комфортное размещение точилки на столе, чтобы не упиралась штанга о стены. Здесь же такого делать не надо было, я здесь просто подобрал максимально комфортное положение для себя. То есть компактность здесь за точилкой Хепстон. Но точилка Косим имеет свои преимущества. Там, например, она более такая надежная за счет своего веса, за счет своей конструкции. Там, например, если вы затачиваете нож и пожелаете перевернуть нож на другую сторону резко, у вас такого не будет. То есть точилка не будет отрываться от стола, поскольку там такое впечатление, что точилка вообще прикручена к столу. За счет этого веса там все очень комфортно. Здесь, как видите, она отрывается. Да, если я буду делать это аккуратно, ничего такого происходить не будет. Но если затачивать неаккуратно, чего я не рекомендую, тогда у вас может быть вот такая как бы нюанс, что точилка будет отрываться от стола, поскольку платформа легче. Такая же ситуация, если вы любитель подприжать, чего я не рекомендую, поскольку затачивать надо под буквально весом бруска и держателя, тогда точилка Косим, она не будет переворачиваться за счет того же веса и объема. Здесь же, если вы прижмете очень сильно, вот точилка может вот так сделать, то есть перевернуться на вас, или вернее оторваться просто от стола, перевернуться нет, но оторваться сможет. Оно как бы и контролирует вас, чтобы вы не прижимали очень сильно брусок, это как бы есть и преимущество в этом, но если вы вот любитель такой неаккуратной заточки, тогда Косим, она более увесистая и стоит на столе как бы более надежно, или как это назвать правильно. Как бы так. Но так, в точилке Косим еще нет рейки, здесь она есть. Ну, есть много различий, но эти все различия как бы на любителя. А если рассматривать просто точилку по ее каких-то особенностях, тогда и вот точилка Хепстон R2, она точит ножи очень хорошо, и само удовольствие, вот даже вот этот поворотный механизм, чего только стоит, он, конечно, очень и очень крутой. Ни одна точилка из Китая не сравнится с вот этим качеством поворотного механизма. Но и на точилке Косим он также очень и очень крутой. Обе точилки крутые. Сравнивать вот сейчас в рамках вот этого видео я этого не буду, но они разные. Так вы также должны это понимать, что есть вот разница в этих нюансах. Что еще сказать? Вроде бы все рассказал, а теперь давайте продемонстрирую вам еще остроту. Или вернее заточку, и прислушайтесь к резу. Он такой нежный, нежный срез. И камни алмазные, и эльборовые. Из эльбора затачивает очень и очень хорошо ножи. И острота здесь отличная, и скоро мы будем тестировать этот нож со сталью Vega-10, вернее с сердечниками стали Vega-10. Вроде бы все рассказал, что хотел. Если будут какие-то дополнительные вопросы, спрашивайте. На этом все. Спасибо за просмотр видео. Мира, добра и любви.